Председатели центральных избирательных комиссий ряда стран и главы международных наблюдательных миссий прибыли в Азербайджан для мониторинга внеочередных президентских выборов в стране. В Баку прибыли генеральный секретарь и исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев и Сергей Бурутин, председатель ЦИК Черногории Никола Мугоса, помощник генсека Организации исламского сотрудничества по политическим вопросам Юсеф Алдабей и руководитель отдела наблюдения за выборами секретариата ОИС Шакир Махмуд Бандар, председатель ЦИК Грузии Георгий Каландарашвили и несколько членов комиссии, председатель ЦИК Казахстана Нурлан Абдиров и ряд представителей комиссии, члены ЦИК Украины и Мальдив, представители парламентской ассамблеи СНГ. В рамках визита гости также проведут встречи с рядом официальных лиц Азербайджана. Отметим, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане состоятся 7 февраля. Центр Сберком зарегистрировал 7 кандидатов в президенты. Ильхам Алиев от правящей партии «Ени Азербайджан», самовыдвиженцы Захид Оруч и Фуат Алиев, Разин Урулаев от партии «Национального фронта», Фазиль Мустафа от партии «Великое созидание», Ильшат Мусаев от партии «Великий Азербайджан» и Гюдрят Гасангулиев от партии «Народный фронт единого Азербайджана».